Как лучше стримить, вообще в оконном режиме, либо в полноэкранном? Ты настройки сейчас делаешь? Нет, просто обычно, если ты играешь в полноэкранном режиме, и когда выходишь из игры через флажок этот, то чтобы почитать комментарии на Твиче, получается, игра приостанавливается вроде других. То есть это из-за этого она приостанавливается, да? Да. Из-за того, что ты играешь в полнорежимном экране. Да, и если ты выходишь, получается, то она приостанавливается. Да, я все думаю, блин, а чего у меня все время виснет, когда я сворачиваю танки? Все, я теперь поняла, почему. Так, ладно, зови меня во взвод. Поедем на восьмых. Картинка гаража пока есть. У тебя стоит. Не часто попадаешь? Мне все равно. Мне на моем борще ничего не страшно. Что-то у тебя хотела спросить. Что-то стоит у меня там. Не знаю, что у тех там где. Блин. Не знаю. Я забыла. Так, теперь нужно сдерживаться как-то в выражениях, потому что оленемер я вчера установил, и все плачевно. Да ладно, все в наших руках. Те же команды дают, да? Да. 90-х светанешь тут. Угу. Да светану, я с рогами есть. Вот кто еще есть на 90-х с рогами? Ну, ты вообще-то один 90-ик. Не, имею в виду просветленку обычно ставят, но она реально какой-то вообще пользы не приносит. Беспонтовая вещь такая. Блин, у нас Е100 не прогрузился. Сейчас еще будем без Е100 играть. Вроде бы есть он. В смысле загрузиться, он точно загрузился. А, все. Угу. Ну, уже загрузился, нет. До этого он у меня сереньким был. Не, не просвечиваю, наверное, квадрат не просвечиваю. Сфокусим ФВшечку все. Ну тут как она проезжает без домашки, непонятно. Кто? ФВшка, можно было ее в минус сделать сразу. Ну ничего, по твоему засвету вон этому дали 268-му плюшечку. Он еще дохляк едет. Что-то непонятно, проезжали они или нет. Сильно что там? Не убегаем, потому что нас базу, наверное, будут брать.
с верхней полочки нулевой линии она отлично отстреливается. Всегда мечтал убить модератора. Спасибо, Бат, за домик, у меня вошло. Блин, я так не играю. Короче, я в этом бою не поиграла. Зато победа легкая. Ну, победа легкая, да. Ну, хотелось бы немножечко поиграть, хотя бы немножечко. А, вот я вспомнила, у тебя стоит активация голосом? Нет, через кнопочку. Так, ну ладно, я в стриме вроде бы лагов не увидела. Качество изображения просто не успела изменить. Сейчас поставлю танк. Ядра, это ГГ, конечно, сразу. Кстати, а в прошлом бою ты говорил, что у нас все очень плохо. Нет, ну у нас плохо, да, но в этом прямо вообще печально. Мы им дали хороший отпор. Одна зеленая. О, я уже все вижу. 37% на победу, я на Твиче. У нас огромный потенциал и шанс победить. Надамажить круто. Да, кстати, у них семерочка одна нужна по сации. По идее, для нас. Если сейчас наши ПТшки тупить не начнут, то можно затащить. Он 3-4 сразу поехал на слив. Хотя у него 21 тысяча боев.
Ну, знаешь, как бы через разное количество боев к людям что-то приходит в голову относительно игры. У каждого свое время. У кого-то сразу получается. У кого-то нет. А у кого-то совсем никогда. Это, наверное, в то число входит КВ-4 наш. О. Так, там ко мне кто-то пришел, придется встать сейчас за камешком и отойти на пару минут. Что тут как без меня дела? Я уже вижу, как без меня дела. Да, все сдохли и все. Ну, еще не все. Как так можно играть на ФВшке, чтобы поехать в первый ряд и слиться? Блин, мне здесь страшно. Т-71 из 7 с моей стороны. Меня ждет быстрая смерть. Я пробила его, пробила. Ай, назло. Да, наш фоч не уловил темку, конечно. У них ПТ-хи даже все на базе стоят, они ехать не спешат. Ай-яй-яй. Блин. Да нет, на самом деле с команды просто повезло. Все равно, блин.
У нас осталась только арта. Зашевелились так сразу, кроме тигра. Наверное, тигр. А, нет, он играл сегодня. Просто странно, он, наверное, пошел покурить. О, зашевелил прикуривателем вроде бы. Давай, ты не понимаешь, тигр не фыкашит, он просто досводится. Да? Угу. Просто было интересно, на кого. Если у него дуло как-то странно было не туда повернуто. Ну ладно. Сейчас Буратино затащит. Однозначно, у него все шансы. Да ладно, он самый неповоротливый, наверное, среди них. И самый жестоко тяжелый, наверное. Дима, скилл 102, гоу взвод. Пригласим его во взвод. Ну, давай пригласим. Не знаю, правда, кто это такой. Вообще, меня тоже знакомый зовет. Сейчас скажу, куда. А, наверх, в роту. В среднюю. Обычно чемпы собирает. Ага, можно было и сказать, что мы ждем только меня. Я, честно говоря, игру тоже свернул. Что ж, какая невезуха-то. Почему-то я, когда беру льготные танки премиумные, у меня в топе всегда стоят сотки, борщи, тройки, Т3, четвертые. Когда сам берешь эти танки, никогда не попадешь в топ. И опять все наши топы 46%, 44%. Ну, 44 это вообще хорошо. А сейчас они, как бы видя, что они в топе, пойдут и всех убьют. Дима, скилл, здравствуй. Ты не здороваешься? Я немножко не пойму, откуда меня знают желтые. Привет. Он желтый? Угу. Ну, я тоже желтая. Нет. Ты зелененькая. Ну, видимо, смотря по каким показателям. Так как мне нужно стремиться к более высоким показателям, поэтому я себя считаю желтой.
Не, почему рейтинг эффективности? Для меня это самый объективный показатель. Поскольку не ВН8, так как у тебя может быть средний уровень танков, допустим, 9 или 10 даже, а на них может быть всего 2000 домашки, и тебя он будет фиолетовый, это вообще ни о чем не говорит. Так получается, нужно ставить себе ВН6, да? Нет, для меня самый объективный рейтинг эффективности. Ну и как его поставить, чтобы видеть? Ну, выбрать в линемере рейтинг эффективности, четырехзначный желательно. Там есть ВН6, ВН8, что там, ВН7 есть. А есть Ага, рейтинг а есть эффективности. написано рейтинг эффективности. Да, РЭ. Ясно. А то мне тоже, как бы, я когда говорю, ну, желтенькая, желтенькая. Мне говорят, по рейтингу эффективности зелененькая. А я и думаю, по-другому ВН, что ли, то На есть самом там. деле нет, там убрали просто захват базы, по-моему, да, вообще захват базы на ВН-8 и ВН-7 не действует, хотя это не объективно. С одной стороны, если ты взял базу, это сразу автоматическая победа, значит, в любом случае, как бы ты ни хотел, этот бой победный. Победный благодаря тебе, считай, неважно в какой степени. Ну, как бы Поэтому да, в том числе. считать его неправильным, в любом случае, это победа. А по ВН-8 загибают до 3000 эффективности. Это тоже непонятно, о чем у Страйка. Вообще там 5 с лишним тысяч. Блин, мне здесь не очень нравится. А ты борща качаешь, да, сейчас? Нет, я на нем фанюсь. Ну, Жалко. если это так называть можно. Это у меня самая-самая любимая машина. На нем очень удобно. Встала в Я кусты. бы немножко это по-другому назвал. Не знаю, степень мазохизма есть какая-то. Ты что? Классно. А, я Так. не пробила. Особенно я на тройке катаюсь, у которого башня орудия не склоняется. Мне так классно тут. Блин, они меня убили. Я же говорю, мне здесь не очень нравилось, Так и потому что дай впереди жалобу никого всем, нет. кто тебя убивает, жалобу сразу. Блин. Я вчера так неплохо покаталась, в топе по дамагу все время была. А это мне не нравится. У тебя десяточки есть какие-нибудь или ты Только фармишь? вафелька. Только вафля. Ну я, наверное, все-таки пойду. У меня еще на сегодня некоторые программы Хорошо. запланированная, культурная. Стрим отключим, еще поговорим вне стрима. Да, мне когда стрим отключить? Когда хочешь, можешь после боя, когда играешь. Да и драснаряд долго летит у тройки. Я привык уже к десятым СТшкам, у них так все бодренько, резвенько. А ты что предпочитаешь, СТшки, ТТ? Я предпочитаю все, что с быстрым КД. Я не люблю барабанные танки, они не реализовываются как-то не так. Они зависят от команды сильно, особенно хэвик. Мне нравится Е5, там 62, 142. Вот ноль домашки забой. У тебя СТБ-1 есть? Нет, такого нет. Как тебе 62-ка? Супер? Или просто нормальный? Ну, подобие, конечно, 140-го, но 140 лучше, у него стабилизация на ходу, он стреляет, получается, на ходу, даже как будто ты сводишься. Ты можешь просто ездить на ходу, раздавать всем щи. Я хочу попробовать начать качать какой-нибудь средний танк.
Мне, допустим, так в игре понравился СТБ-1, но говорят, что у него, да, он сводится долго. Что вроде как Нет, перезарядка на самом нормальна. деле, вот смотри, СТБ-1, он тоже печальный танк, у него он кордонный до того степени, что у него получается у него и КД не очень реализовывается, такой не очень быстрый, никак у 62-го, там 5 секунд. И с другой стороны, он вообще картонный, у него башню всю шьют ему любыми снарядами прямо в маску. На нем очень тяжело действительно играть. Я бы посоветовал либо динамичные танки, типа Бачата, чтобы можно было заехать там, не знаю, в бок и барабан откидать, уже будет 2 с лишним тысячи. Либо какие-нибудь советские танки с башенные, типа вот 62-го, либо 140. У нас вот ездит один на СТБ. У него там такие комментарии злостные по этому поводу. Странно, я смотрела один ролик, где СТБ и накидал там 7, ну, более 7 тысяч. Ну, это опять бой на бой не приходится. Один раз как-то он И накидал тоже там вроде как его там тысячи. похвалили, что он вроде как и динамичный, и перезарядка 7 секунд, что в принципе тоже довольно неплохо, и пробивал практически все разы, которые он попал. Ну, то есть все разы, когда он стрелял, он все пробил. Что типа хорошая пушка. По динамике он якобы неплохой. Ну, я и подумала, думаю, может быть, попробовать его. У тебя же самый лучший танк сейчас вкачать от семерку. Мне как-то на тяжах, ну, раньше я любила тяжи, сейчас как-то мне ПТшки больше припали. А после того, как у меня появился 50-100, хочется попробовать СТ. Понятненько. Стрим остановил? Да, сейчас.